В зале зрители все те же. Дамы старше 30, они приходят за надеждой и не торопятся уйти. Томный вздох соседних кресел, в сердце сладкий непокой, а никто и не заметил, что ты пил лишь мне одной. Вот как. И подпись «Володя». Хороший стих. Записки писали сами. Шутка. Олег, моя дочь учится в полиграфическом университете. Курсовую работу пишет на тему «Стилистика авторской песни». В работе ссылается на ваше творчество. Это она зря. Если можно, скажите хотя бы в двух словах о стилистике вашего творчества. Дело в том, что я вот, ну, как выпускник Института физкультуры, мог бы вам рассказать о технике движения рук при плавании способом баттерфляя. А тут как-то, так, знаете, не задумываешься. Это, кстати, не первая работа, по мне написанная. Но я заметил, что если почитать, потом как-то трудно существовать дальше. Ваша коробочка на сцене напоминает нам стихи племянника Елены Казанцевой. Почтовый ящик, а в нем письмо. Я вас люблю. И вот и все. Это я, стихи-то я это и знаю. Мне сейчас другие стихи понравились. Один олимпийский чемпион мне прочитал на днях. Бессонница веткой машет в окне. Не спится, не спится, не спится бы мне.